Американские спецслужбы перехватили разговоры про российских сил на востоке Украины с руководством из Москвы. Об этом заявил государственный секретарь США Джон Керри во время закрытой встречи трехсторонней комиссии в Вашингтоне, пишет издание The Daily Beast. Теперь у США есть доказательства того, что российская власть управляет сетью своих шпионов на востоке Украины. По словам Керри, сейчас эти записи обрабатываются, на них сотрудники спецслужб получают приказы из Москвы. На записях каждый может заметить разницу в акценте, идиомах и языке. Мы точно знаем, кто раздает эти приказы и откуда они поступают, подчеркнул Керри во время закрытой встречи. При этом генсек США не назвал имен конкретных российских чиновников, фигурирующих в разговорах. Но он утверждает, что записи содержат доказательства того, что русские умышленно разжигают волнения на востоке Украины.